Конечно, Merry Christmas. И вот, вот, Надюшенька, ты помнишь, что мы с мамочкой не так давно плавали на корабле, где нам давали вот такие вот визитные карточки, и мы потом с них, да, мы потом с них снимали еще украденные у нас $100. Вот, ну ничего, сняли. Кто очень $100 украл? Кто-кто? Да они эти самые украли вот. Ну, я теперь вот всегда в этом кошельке, вот у меня такой хороший кошелек, я всегда в нем ношу свои вот, вот, ну, небольшие баксы, ну, так сказать, немножко. И самое главное, что я связался с этой компанией, заявил свой протест. А что вообще случилось? А я тебе объясню потом. Но я заявил свой протест, и что они мне сказали, что, товарищи, никаких проблем. Теперь вы должны только просто пи-пи-пи-пи-пи, набрать номер своей каюты и, внимание, денежки возвращаются, вот, вот, всегда. А что, только по $2? Всегда. Ну, понемножку, а по 100 но тем не менее. Можно? А по 100 все, да? Что было, все, что было больше, все, что было больше, мне не дали. Ну, все браво. Равно. Мамочка, мамочка. Все браво. Равно хорошо. Спасибо.